Юрген возглавил Ливерпуль 6 лет назад. Он стал тренером команды уже по ходу сезона, после 8 или 9 матчей. В итоге они финишировали 8-ми. Примерно в том же положении сейчас находимся и мы. Но стоит понимать, что команда Юргена с каждым трансферным окном становилась сильнее. И теперь мы видим текущий Ливерпуль. Опять же, я никого не виню. Ни своих футболистов. Никого бы то ни было еще. Но нужно понимать, каким составом обладает сейчас Ливерпуль. У них хорошая глубина состава. Травмирован на текущий момент только Роберто Фермино. Окслейд сегодня не был включен в состав. Также не был включен в состав Минамино и Харви Эллиот. Это хорошо показывает, насколько сильный у них состав. Они построили невероятный состав, который уже 6 лет работает с Юргеном. Здесь вопрос не только в качестве игроков. Вопрос также и в сыгранности, менталитете, который им привили. Также важна и физическая составляющая. Скорость футболистов и так далее. Я бы сказал, что в их составе есть 25 болидов Формулы-1. Нас определенно ждет перестройка. Но сейчас это нам никак не поможет, потому что впереди у нас еще 5 матчей. То, что нам нужно реформировать команду, было очевидно еще в декабре, после нескольких недель, которые я провел с командой. Но сейчас это невозможно. И это не поможет. Для меня, как для тренера, стыдно проводить такие пресс-конференции. Но мы просто должны принять тот факт, что наши соперники лучше, чем мы. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport.ua. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.